Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович. Обращаюсь к вам, как к главе нашего государства, президента России. Меня зовут Голозубов Максим Максимович. Я проживаю в городе Игарка Красноярского края, Труханского района. Обращаюсь к вам от всех жителей нашего города и рыбаков о помощи. Мы сейчас находимся в неловком положении, связанное это с любительским участком рыболовным. Вышло так, что наш город в 2019 году остался без рыболовного участка. Рыбачить мы не можем. Наши основные породы рыб — это как ряпушка, налим, омуль, корюшка и прочие породы рыб, разрешенные по закону. У нас нет ни квот на ловлю рыбы, причина нам неизвестна. Наша администрация повлиять на рост рыболовства Красноярского края не может. Мы отправляли коллективные письма на губернатора Красноярского края УС Александра Викторовича, но ответа нам так и не поступило. Ловля рыбы для нас очень важна, так как это помогает нашим семьям. Мы не просим у вас хорошие дороги, дешевые коммунальные услуги, бесплатное образование, хорошую медицину. Просто дайте возможность ловить законно рыбу. Омуля, который не в запрете, и ряпушку, которой у нас очень много. Мы ловим рыбу на реке Енисей многими десятилетиями. А сейчас, в связи с тем, что закончился договор на участке, который нам не дают заключить и не дают квоты. Также прошу отметить, что омуля и ряпушку, и тагуна можно поймать только на рыболовные сети. У нас нет дешевых и полезных фруктов, так как северные условия не дают их вырасти. Дайте нам возможность получать витамины от рыбы, которую мы ловим и едим семьями из года в год. Очень просим вас разобраться в данной ситуации, так как от властей Красноярского края поддержки нет. А нарушать закон и браконьерничать без лицензии мы не хотим. Помогите нам, пожалуйста, вернуть наш любительский участок. С уважением к вам, Голозубов Максим Максимович, житель города Игарка.